ладно тебе, Сэмми, это всего лишь игра. Ну, выиграешь в следующий раз. Ага. Я знаю, тебе нужна волна побед. Давай сделаем тебе тренировочное поле. Ну ладно, тогда давай выберем другую игру. Я хочу чего-то новенького. Ваш запрос одобрен. Пойдем крафтить. Привет, ребята. Сэм отверг все игры, которые есть в нашем доме. Я просто хочу найти то, во что мне нравится играть. Зацени мои новые наушники. Круто. И где ты их достал? Я ходил поиграть в игру Keymaster в местный магазин. И меня осенило, что мы можем сделать ее дома. Отличная идея. Но я хочу немного изменить игру. Так что твоим слаймовым мозгам придется непросто. Согласен, зато я стану сильным, как Супермен. Не думаю, что это поможет тебе побеждать мультяшных монстров. Но в любом случае попробовать можно. А я сделаю супербашню. Осторожнее с резаком, ребята. Ты сказала суперсилу? Мне нужен рецепт прямо сейчас! Если бы еще я его знала, Сэмми, я вообще-то сказала башня. Призы будут размещаться на разных уровнях, поэтому нам нужно будет дотянуться до них с помощью специального инструмента. Посмотри, Сью, я нашел инструмент. Хитрый слайм. Можешь найти еще? Конечно! Готовьтесь, монстры, слайм уже идет! Эта картонная подставка сделает башню еще выше. Сэм будет в таком восторге. Думаю, Сью это имела в виду. Надеюсь, осталось немного. Сэмми, ты что, бежишь марафон? Расслабься. Сьюзан, я читал, что победить монстров невозможно. От них получится только убежать. Ах, Сэмми. Так что мне лучше не останавливаться ни на секунду. Никогда. Бьюсь об заклад, он скоро устанет. Такое уже бывало не раз. А мы начинаем строить башню. Она будет очень высокой. Пресвятые пироженки, Сьюзан! Может, я спрячусь наверху, и тогда монстры меня не найдут! Сэмми, зачем тебе фонарик? Ты забыла, Сью? Монстры же очень боятся света! Тогда тебе лучше подсветить телефон, потому что твои монстры прячутся именно там. О, мой тебе даво! Бесполезная вещь. А башня нам нужна намного выше. Это уже сделано. А теперь я, пожалуй, сделаю подъемник. Погоди чуток. Но тут нет никакого толкателя, чтобы выталкивать призы. Я ведь сказала, что внесу некоторые изменения. Тебе же не нужна легкая победа? Это уж точно. Слаймы никогда не сдаются. Я готов к бою! Сьюзан, я тут кое-что к себе приклеил. Пожалуйста, помоги. Что? Ах, я буду через секунду. Слава тебе, Дабу, я умею быстро красить. Все готово. Дай мне посмотреть, что у тебя случилось. Так, а ну-ка. Святые пироженки, иногда я делаю такие глупости. Но это как раз то, что нам нужно. Идеальный подъемник для нашей игры. Серьезно? Так значит, я могу просто поднимать с его помощью всех монстров и выбрасывать их? Нет, глупый. Ты будешь использовать его, чтобы поднимать призы. О, да, я обожаю призы. А вы, ребята, ставьте лайки, если вы со мной на одной волне. Ну, и как мы собираемся двигаться вверх? Сэмми! Сэмми, ты вообще меня слушаешь? Что, Сью? Я уже сказала, что мне понадобится твоя помощь с этим. Не мог бы ты сделать картонную планку, как ту, что ты ранее поднимал? Значит, моя физическая подготовка все-таки пришлась кстати? Ю-ху! Ну-ка, не спеши. Просто сделай по отдельности три вещицы. Деревянную планку и две гирьки. Ладно. Сьюзан, ты меня интригуешь. Ребята, а вам тоже любопытно? Я скоро дам все ответы. Сьюзан, ты сегодня такая загадочная. А ты сейчас выглядишь прямо как супермилый инопланетянин. Инопланетянин с чудесными творческими навыками. Верно, ребята? Кстати, мы уже скоро достроим башню. Держись, Сьюзан! Я потеряла глаз в битве с монстрами, но я добыла это сокровище для тебя. О, не нужно было. Вот я сейчас вылечу твой глаз. Ага. Святые вафельки, я снова вижу! Для предстоящих боев тебе нужно идеальное зрение, ведь так? Теперь я потяну за эту нить, чтобы переместить башню влево. Стой, давай сделаем механизм, чтобы ее двигать, а? Угу, в этом и была моя задумка. Рассказывай. Итак, я сделал эту деталь с рельсами. Ого, я поняла, это был твой великий план. Ребята, а Сэм не так прост.
А эта Т-образная деталь будет удерживать башни на рельсах. Я настолько умен, что и монстры не раскроют всех моих планов. Ты становишься все более уверенным, Сэмми. Добавим немного клея вот сюда. И аккуратно приклеим на обратной стороне. Я уже чувствую, что осилю всех монстров. Здорово! Тогда, может, нам не стоит доделывать нашу аркаду? Ни за что! Без нее я не смогу повысить уверенность в себе! Я шучу! Конечно, мы закончим поделку! На этот раз ты подловила меня, Сью! Но такое больше не повторится! Обрати лучше внимание на поделку! Ты знаешь, что это? Очень просто! Делаем правый и левый контроллеры! 10 баллов ловкому слайму! Две картонные втулки – это контроллеры, а эта картонная деталь будет скрывать механизм внутри. Внимание, детали! Шагом марш на место! Сьюзан, хватит прохлаждаться! Мое тренировочное поле все еще не готово! Я жду только тебя, мой слаймовый друг. Что ты принес? Эти контроллеры нуждаются в украшении. Подожди секунду. Ага, теперь намного лучше. Можешь приклеивать ее. Да, капитан. Давайте добавим такую же деталь и к другому контроллеру. Вот так. Отлично. А теперь добавлю декор, которым так восхищался Сэм. Посмотрите, только это мой любимый розовый цвет. Как мне нравится. Сэмми, ты решил присоединиться ко мне на этот раз? Ах да, я обогнал тебя, Сьюзан. Только посмотри на этот декор из пурпурного фоамирана. Сэмми, ну же, я тоже такое хочу. Сделаешь и для меня? Ну, пожалуйста. А вот, держи. Только сначала попробуй поймать меня. Эй, ты слишком ловкий. Попался. Наконец-то контроллеры готовы. Сэмми, что ты делаешь? Не смотри, Сью, у меня есть секреты. Ты все скоро узнаешь. Окей, давайте тогда соединим нитки с контроллерами. Для этого понадобится шило. Будьте осторожны, ребята. Отличная работа! Теперь позаботимся о нитке. Тут ничего сложного. Вставляем один конец в отверстие, вот так. Вот и она. Сейчас завяжем узел. Два узла. Один... И два. Оп! Отлично! Хорошая работа! Теперь нам надо намотать нитки. Отлично! Но что там делает Сэмми? Сью, поможешь мне? Ого! Что это? Это основа для нашей игры? Да! Получилось круто! Класс! И все работает! Но ты ничего не забыл? Нет, я подумал про все, даже про дверь для призов! Отлично! Теперь установим башню. Осталось всего пара шагов! Ты прав, это как лестница, а вот и она. На самом деле это часть крафта, призы будут скользить по ней. Вот именно, ты собираешься использовать лассо из ниток, ковбой? Сью, я свяжу всех монстров. Упс! Где она? Сью, выглядит круто! Но где же нитка? Кажется, я что-то нашел. Можешь проверить? Это будет последняя часть нашего механизма. Сью, можно я попробую кое-что? Зацените фокус! Вуаля! Выглядит круто, правда? Вау, Сэмми! И все работает! Знаешь, не хочу больше монстров. Хочу милых зверушек. Я даже полочки сделал. Отличная идея, Сэмми. Ладно, пушистики, кто хочет быть моим призом в игре? Вы все хотите! Я польщен, хотя я ожидал этого. Тогда ладно. Пушистые призы, занимайте свои места. Последний штрих – яркий декор.
Хорошо, Сэмми, запомни свои ходы. Во-первых... Я понял, спасибо. Меня не остановить. Посмотрим. Ага, я нашел тебя, моя прелесть. Двигайте силовую башню медленно, но равномерно. Правильно, Сэмми, ты отлично справляешься. Теперь вправо, я использую силу мысли. Уже... Сэмми, все работает! Было непросто. Я тебе помогу. Вау, такой милый! Пресвятые вафельки, еще раз! Окей, сделаем это. Вот так, вниз. Теперь осторожно направо. Что ж, Сэмми, теперь ты чувствуешь себя более уверенно в играх? Конечно! Я одолею всех монстров, просто бросив в них свои призы! Ребята, в эту аркаду не только весело играть, ее прикольно делать! Ставьте лайки, если вам она тоже нравится! А я пойду разберусь с монстрами! Увидимся в следующий раз!